Вот действительно до августа 2017 года и до ноября 2017 года они лежат вот в этой упаковке. А вот в этих упаковках лежат карты, они уже просрочены. Август 16 года, май 17 года, за 15 год. Да, за 14 год здесь есть карты. Ну, в общем, они уже как бы не действующие. Вот здесь вот, вот эти вот три упаковки. Просто гуляли, проходили мимо, смотрю, мешок лежит инкассаторский. Подошел, посмотрел, вот он порванный был, смотрю, там что-то, ну вот банковские карты лежат, кредитные, вот что, такие вот. Что подумали? Трастбанк. Что подумали в первый раз, когда вот кредит? Ну, ничто не подумал, просто принес его домой, посмотрел, что это такое. Угу. Да. Телефон для справок написан. Просит вернуть карту по адресу, ну, московский адрес. А их тут 10 килограмм, 100 грамм, вот пришел домой, взвешал. Ну, в общем, разобрали, которая просроченная отдельно, которая не просроченная отдельно. Пытались позвонить в банк и узнать, что делать с этими картами. А телефоны банка не отвечают. Добрый день. Вот мы находимся на Уральской 62. Советская? Извиняюсь, Советская 62. Нашли, короче, инкассаторский мешок с банковскими картами. Мастеркард, Виза. Трастбанка, пожалуйста, наряд там пришлите или кто-то. Здравствуйте, вечером банковские карты, но они навалом были. В полицию позвонили когда? Сейчас вот. Сначала на телевидении, а потом уже сейчас только в полицию. Да, 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 сначала на наряд. Ну, с полицией мы только объяснили, будем иметь неприятности всякие разные. Неприятности начались уже с того момента, как вы нашли его в воскресенье, а сообщили только во вторник. Могли бы вообще плюнуть и пройти. Или выбросить помойку. Ну, где факт того, что там еще что-то не лежало?